А вот перед нами аналог, современный аналог Дома культуры. Мадагаскар, торговый центр. Мы нашли такой интересный ракурс, с которого, наверное, еще Мадагаскар никто не снимал в нашем городе. Потому что здесь не особенно видно здание, но хочется показать, как оно вписывается вообще в фон города. Что здесь у нас находится. Мы со стороны 21-го квартала сейчас снимаем с этого ракурса. Я думаю, о Мадагаскаре вообще будет у нас ролик и не один. Пока мы ограничимся тем, что вот это такой современный дом культуры. Потому что Мадагаскар — это такое место, о котором надо много разговаривать. Сюда ходят люди, там есть Макдональдс, там есть кинотеатр, там есть очень много торговых точек, вещи, книги, там есть магазин книжный. Ну, это такое место поклонения, современный аналог церкви. Люди молятся на Мадагаскаре.